Это все одинаковые машины. У тебя уродливые, но это одинаковые машины. Категорически не согласен. Это не уродство, а элегантность. Да прям. Итальянский стиль. Сказочная машина, давай посмотрим на твою. Что у тебя там? Какая-то безвкусица, друг. Ты только послушай, как эта малышка заводится. Прыгай, спасайся. Да. Почувствуй эту мощь. А ты уже видел все это масло? Да, это... Да. Да уж. К счастью, не успел я растерять все масло, как прибыл Джеймс. Ты видел когда-нибудь настолько депрессивную машину? В чем дело? У тебя дверца сломана? Нет, у меня сломался я. Не придержишь мне дверцу? Спасибо. Трепещите. Мазерати Загата Спайдер. Битурбо, приятель. Загата Спайдер. Они все битурбо. По-моему, ее создавали, когда они принадлежали Ситроену, который тогда был банкротом. А еще часть Мазерати принадлежала одному американцу. Другие доли принадлежали итальянскому правительству или Фиату. Они бегали с кликами: «Мы создали новую машину, смотрите!» Она осталась такой же, только имя сменила. Извини, Джеймс, я просто хочу взглянуть. О, да, у тебя двухцветная кожаная обивка. Но зачем тебе автомат? Я сломал руку. Вот почему я так долго вылезал из машины. Да что, серьезно? А какую руку ты сломал? Из-за этого настроение у меня просто убийственное, и я плохо выношу твой дебилизм. Серьезный перелом? Очень неприятная трещина, не трогай. Как ты ее сломал? Упал. А так вот зачем тебе автомат? Да. Крыша с электроприводом? Нет. Тут спереди кнопка. А, значит, она убирается вручную. Да. Ладно, пора начинать, поехали. Вы крышу мне на место вернете? Нет, и не собираюсь даже. Для начала мы решили устроить драг-рейсинг между нашими машинами и современным автомобилем за примерно ту же цену. Suzuki Celeri. Напряженный момент. Да. Однако, к несчастью, трек оказался слишком узким для наших четырех машин. Ты что творишь? Хаман, ты идиот! Ты врезался в мою Мазерати. А ты в мою! Куда мне было сворачивать? Там ограждение! Мне некуда было податься. Я ехал там, где ехал. Во время второй попытки... Я вызвался проехать через спид-лейн. Да, гениально! Но это не сработало. Возвращаюсь на трек, там Хаммонд! Что за хрень? Блин! Господи Иисусе! Какого черта мы даже погоняться не можем нормально? Что здесь такого трудного? После этой аварии мы решили, что раз на машине Хаммонда самый объемный двигатель, он и будет защищать честь Мазерати в одиночку. Окей. Я избранный пилот. Избранный. Лидер. Мне это нравится. Стартуем с сильной пробуксовки. Но потом... Она, наконец, разгоняется. Турбины ревут. О, да! Раз, два и в дамках. Да, они угадали, выбрав меня. И машину 430-ю Мазерати.